где-то там 25 октября мы приедем и увидим с вами, что здесь все спланировано, значит, инертными материалами, да, и часть уже, наверное, асфальтовых работ выполнена. Именно здесь, на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса, собираются расположить пункт досмотра грузовых автомобилей к чемпионату мира. Эти 17 тысяч квадратных метров станут одной из важнейших точек для безопасности турнира. И там будут парковаться большегрузы, которые везут оборудование на стадион. И важно вот на дальних таких подступах проверять безопасность грузов и самого транспорта, которые будут приближаться и заезжать на саму площадку перед стадионом. Задача городских властей – только подготовить саму площадку, заасфальтировать ее и подвести коммуникации. Сейчас грунт равняют и готовятся укладывать многослойный асфальтовый пирог. Все остальные работы будет производить оргкомитет ЧМ-2018. А вот где помощь не требуется – это на стройплощадке новой трамвайной линии, ведущей к стадиону «Самара-Арена». После демонтажа мешающей постройки подрядчик снова набрал высокий темп работ. Небольшие проблемы создали локальные очистные сооружения, которые было решено поместить в середину трамвайного разворотного кольца, из-за чего его диаметр пришлось увеличить. Но строители справились с этой задачей и теперь продолжают спокойно прокладывать трамвайную линию. Закончат работы на объекте в срок – в феврале-марте следующего года. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.